не политики Латвии. Президент страны Андрис Берзинш, заслушав этот доклад, заявил, что уже принял решение по поводу поездки в Москву 9 мая. Подробности у Скирманта Бальчуты. Ежегодный доклад министра иностранных дел о внешней политике вызвал большой интерес со стороны дипломатов. Учитывая председательство в Совете ЕС, у Латвии в этом году совершенно иной вес, и она может на многое повлиять. Заступив на трибуну, министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич пообещал, что дипломаты приложат все усилия, чтобы укрепить безопасность не только Латвии, но и всего Евросоюза. Прошедший год ясно показал, что надо укреплять возможности государства на случай не только военной, но и угрозы нового типа. Так называемая гибридная война стала современной реальностью Европы. В прошлом году вместе с еще 6 странами-участницами НАТО в Риге открыли центр по вопросам стратегической коммуникации. Вместе с другими государствами будем работать над навыками предотвращения такого рода угроз, особенно по уменьшению влияния инструментов пропаганды третьих стран в пространстве европейских СМИ. Внешнеполитический доклад уже прошел все круги согласования в правительстве, поэтому партнерам по коалиции не оставалось ничего другого, как министра похвалить. Латвия вместе со странами Балтии и Польши выделила безопасность как один из приоритетов. И сделала это раньше других стран ЕС, продемонстрировав Балтию и Латвию как чуткий сейсмограф региональных геополитических вызовов, который может определить еще незаметные для других потрясения будущего и призвать мудро к ним подготовиться. По мнению экспертов, министр высказался по существу. Повестку дня сейчас формируем не мы, но важно то, чтобы мы не потеряли свою возможность влиять на ситуацию, на ее развитие. Я думаю, что мы пока это не потеряли, держим пульс. Но оппозиции не хватило конкретики. Мы понимаем, что мы в Евросоюзе, и мы должны выполнять те задачи, которые Евросоюз между собой решает, и по отношению и к России, и насчет конфликтов в других странах. Но мы бы хотели видеть, что именно Латвия сама будет инициировать какие-то действия на мировом уровне. Мы ожидали видеть здесь конкретные меры, действия, которые будут предприняты, чтобы действительно осуществить ту главную задачу, которая стоит в декларации Кабинета министров по внешней политике, как эта безопасность будет обеспечена, как повысится благосостояние нашей страны, экономики, людей, так как это прямое тоже связано с внешней деятельностью. И мы этой конкретики не видим. Это, скажу, такой бюрократическом языке написанный документ. В свою очередь депутаты из согласия указали на слишком узкий взгляд правящих на события на Украине. Мол, нельзя во всем винить только имперские замашки России. Ситуация очень сложная. Украинский конфликт – это узел. И чтобы его развязать, было бы неправильно пытаться его рубить. Здесь необходимо учитывать много правд, много причин и много мотивов поведения всех сторон, которые в конфликт вовлечены. У Латвии сейчас очень большие возможности влиять на события в Европе. И я думаю, что Ринкевич и наше министерство распорядится мудро этим потенциалом. Кстати, президент Латвии Андрис Берзинш сегодня в Сейме признал, что уже принял решение относительно участия в празднованиях Дня Победы в Москве. По его словам, цитата, оно всегда было у него внутри. Но поедет или нет он в Москву, президент пока не говорит. Сначала о своем решении он намерен проинформировать приглашающую сторону. Когда это произойдет, тоже пока не ясно. Скирман Топольчута, Гунтис Велманис, телекомпания ТВ5. Известно, что латышские националисты имеют особый взгляд.